начались каникулы, и вы решили выбраться в лес. Что можно найти в лесу в конце марта? Итак, у нас начинается богемская шапочка сморчковая. Вот так она выглядит. Ножка у нее бывает подлиннее, бывает покороче. Шляпка сморщенная. Ножка внутри полая. Растет она небольшими полянками. Ну, посмотрите, вот это побольше. Вот совсем маленькая. Ну, конечно, такие мы обычно не берем. Даем им подрасти. Это я только радиовидео. Почему именно сморчковая? Вкус при жарке у нее такой же, как у сморчка. В итальянской кухне такой гриб очень ценится. Отварной. Он очень часто используется с пастой, с макаронами. Вот, посмотрите, какая красота. Конечно, при отваривании остается только половина ее. Значит, какую часто делают ошибку приготовки? Первый отвар сливать нельзя, иначе весь запах вот этой земли, вот этой свежести первой весенней, он весь уйдет в отвар. Значит, в Краснодарском крае и в Адыгее в основном где водится такая, где растет, скажем, такая шапочка, это вот такие леса вдоль реки. И в траве, конечно, увидеть ее очень сложно. Но, тем не менее, можно собрать неплохой урожай.